Миллион рублей, может быть, вы выиграете в ближайшие 5 минут, если будете убедительны, веселы и, главное, смешны. За первые 60 секунд смеха комики заплатят вам 5000 рублей. Минута пошла. Ну, сначала я хотел бы исполнить песню Витца. Ну, на свой мотив. Возьми тебя в руки, тряпка! Юрий, минута пошла. Я еще импровизирую «Голоса животных». А песни ну... Витаса? Я... А сама формулировка. Я импровизирую «Голоса животных». А где Витас? Или он животное? Импровизирую, имитирую. А, имитируете. Володь, мне кажется, что вот Макса веселят в первую очередь анонсы. Это человек, который, приходя в ресторан, наедается, когда прочитает меню только. Да, да. То есть чем закончится, неизвестно. Глотнул слюну и хватит. Время пошло. Вы сами знаете. Ну, музыку в студию. Видели, Юрий, из Брянска. Я не могу дождаться шуток, я же не могу себе рот зашить. 100 тысяч рублей! Время да. Пошло. Так, песня Филиппа Киркорова «Огонь и вода» со вступлением. Как там? Ночь изменила мир, сон тебя не греет, ты украдешь спать. Юрий, то есть когда он укал вот эти обезьяничьи хоровые на ну, там правда такие, в таком да, я понимаю, но я думал, пойдут слова, а я потом... Я тоже, да. У-у-у, я подумал, что он спел первый куплет, а это второй. 250 тысяч рублей! Юрий, вы берете еще одну минуту? Да. Она началась. На далекой лодке не было никогда! Дорогие друзья, мне кажется, Юрий не понял. Вы выиграли миллион рублей, Юрий. Серьезно, что ли? Да. Да, мы не можем. Вы выиграли миллион, Юра. Дело в том, что... Серьезно? Да. Юрий, на что вы потратите миллион рублей? Ну, как сказать, я думаю, разумно его потрачу. Я просто не ожидал, что такой исход будет. Нет, я сам не ожидал. Дело в том, что... Я не знаю, на что его потратить. Это капец. Дело в том, что... Дело в том, что перед началом пятой минуты Владимир мне сказал, ну пусть идет на миллион. Я говорю, ну он же нас не рассмешит. Да ну что ты, ну мы, конечно, немножко продержимся, но мы продержимся. Я унесло на первой секунде. У меня огромная просьба к Юрию сейчас исполнить песню Витаса. Да, а можно вообще... Юрий, миллион уже ваш, вы ничем не рискуете. Вы не рискуете, уже мы... Ну, хорошо. Это песня победителя, давайте. Да, можно? Ну все, вы меня слушаете? Дом мой достроен, но я в нем один. Скрипнула дверь за спиной. Ветер осенний стучит за окно. Плачет чудак надо мной. Вампир!
вампирская сага. Самое последнее, можно? Ну, чек. Ну, танец, хочешь, танец. В конце, конечно, хочется. Да, вы просили просто вот эту танец. Фонограмму музыку, какую-то. Музыку, да? Есть музыка у вас? Есть у вас музыка, да? Конечно. Можно под музыку танец, и все. Конечно, мы вас отпустим, конечно, как миллионера уже все. Мне кажется, 3000 лет назад первые миллионеры танцевали именно так. Шикарно. Танец человека, заработавшего миллион. Спасибо. Браво, Юрий Карпутов. Юрий, подойдите к Максиму, к Володе и получите ваши деньги. Смеши комика.